Всем привет, ребят! Вот на этом моем втором канале иногда будет видео, которое мне по каким-либо причинам неохота было монтировать. Ну, как-то не идет, вот. Либо не получился кадр, либо что-то еще, либо и мои другие друзья, люди, какие-то творческие коллективы, которые поют, либо где-то я как-то был задействован. Они занимают у меня в телефоне место. И дабы освободиться, и как бы что-то здесь, конечно, интересное, что-то не очень. В общем, буду иногда выкладывать вот подобный каламбур, как сейчас. Ну, дабы освободить, в общем, пространство в телефоне. Ну, в общем, ну и также, конечно, собственно, готовые проекты. Просто как бы, когда был один канал, было проще. Сейчас на два надо в два раза больше работать, а работать неохота. Вот, да как бы, конечно, охота. Нету благодарности никакой. Поэтому все равно работаем, чтобы, может, на перспективу. Ладно, смотрите. Был факт исполнения нашего клипа, то есть нашей песни, точнее, в клипе человека по имени, некого человека по имени Семен. Насколько наши вот спецслужбы обладают информацией, что он Томске, вроде, да? Как он в Томске, как бы, да, нам говорили, следователи нам говорили, что в последний раз его видели в Томске. То есть некий высокий человек с баяном играет, значит, песни «Полтишка». На что как бы сам наш организатор Алексей Лопатин был недоволен и ноту протеста как бы свою высказал. И, в общем, короче, наше требование – штраф в размере 50 тысяч рублей, занесенный ему, собственно, моральный ущерб. И почему, я, кстати, хотел сказать, почему 50 тысяч рублей? Что-то полтишок мы. Группа-то «Полтишок» называется. Башляй, чувак. Одна песня – 50 тысяч. Все. Всем он улыбается, отсюда знает Яшку, душа на распашку, чувачок.
ночью порог на фоне неба небесов. Растет на поляночке, на траве, на тюрьмочке. А я Матанюшку запела, мою имя узнаю. Улыбнулась и сказала, меня Машенька зовут. Машенька, я Машенька, узнали, чё милашенька. А я свою Наталью узнаю по талии, как увижу талию, это не Наталья. О, зачем меня ударил балалайкой по плечу, я зато тебя ударю, познакомиться хочу. Кума там спала, нет? Кума пошла курица в аптеку и сказала кукареку, кума спала там, Сережа? Чтоб любили пятаки! Кума спала там? Да? Кума спала, нет там? Да, не знаю. Да, это, конечно, да, иди. На станке